Юлии Ковальчук и Роме Костомарову. Для победы в нашем проекте нужно совсем немного. Немного везения, да. Немного снисхождения судей и немного зрительской поддержки. А еще, чтобы их оценки были немного выше, чем у их главных конкурентов. Встречайте, Юлия Ковальчук и Роман Костомаров. Как я пришла на лед, я думаю, что так же, как пришли все участники. По приглашению и с боязнью, с одной стороны, а с другой стороны, с какими-то надеждами и нереализованными амбициями. Ай! Юля, откидывайся. Началось. На самом деле, замечательная партнерша мне досталась, и я очень доволен, как вообще прошли все эти 4 месяца. И... Ты скажи, что мы с тобой ни разу даже не поругались. Да, это, кстати, для меня и для всех шок, естественно. Умеет как-то потушить огонь, который иногда во мне загорается. И причем как-то так очень умело и ловко. У творческого человека, когда появляется возможность проявить себя в чем-то еще, это великолепно. И если этот человек от этого получает вот такие эмоции, которые получаем мы на льду, но это такая некая, такая дополнительная подзарядка жизненная. Действительно, здесь придумывались такие какие-то, скажем так, маленькие шедевры, маленькие, иногда удачные, иногда не очень удачные, но, во всяком случае, получали огромное удовольствие. И, честно говоря, пока нет какого-то ощущения, что вот все, как это последняя съемка, я не знаю, наверное, это придет чуть позже. Юлия и Роман сегодня выступают под песню Ханса Циммера «Ханга. Голод». Гурнам койтан.
Ух, какое катание! Дух захватывает! Потрясающее что-то! Ну, собственно, Роман Костомаров – великий фигурист. Но как же в финале выступила партнерша Юлия Ковальчук? Какую историю ребята рассказали? И, возвращаясь к катанию, такая насыщенность элементами, столько нового, необыкновенного, поддержка оригинальнейшая, шаги. Вот этот момент, когда вроде бы несинхронно вращаются фигуристы, и тем не менее они же вращаются в разные стороны в одной позе, мне очень понравилось. Я просто в восхищении. Эта пара претендует на победу, и она доказала, что их претензии обоснованы. Молодец. По-настоящему откаталась. Молодец. Очень хорошо. Просто молодец. Нет, нет, нет. Все, 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 все. Вообще. Какая-то серьезная, нет? Кто? Ну, конечно, не Джинни Голубева, ну что? Все такое-то. Не-не-не, спокойно. Юлия Ковальчук, Роман Костомаров, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл, 6 баллов ровно. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл, 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Антон. Я не хочу обсуждать этот номер, но могу сказать, что ребята катаются круто. Здорово катались на протяжении всего проекта. И это, кстати, повлияло на мою сегодняшнюю оценку. Может быть, даже в большей степени, нежели сегодняшний номер. И тема вообще очень спорная, поэтому я думаю, тут у каждого есть свое мнение по этому поводу. Но катаетесь вы лучше других, и оценки получаете по делу. Поэтому можно только вам позавидовать. Спасибо. Спасибо, Антон. Действительно блистательное катание, Татьяна Анатольевна. Может быть, эта пара достигла совершенства? Не обсуждаю. У нас несколько пар на проекте достигли совершенства. Даже не хочется мне обсуждать. Ничего мне не хочется обсуждать. Просто 6-0 и 6-0. И других оценок я сегодня просто не вижу для них. Здорово. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. А в канун Нового года вы взяли такую сложную тему, такую музыку. Не было страшно, не было ли у вас опасений, что в этот день она не будет воспринята правильно как-то, нет? Наверное, нет, не было таких опасений, потому что, когда мальчики первые услышали эту музыку, принесли ее мне, и как-то мужчины. Вот, и как-то... Но настолько глубоко она вот в нас сразу проникла, что у нас даже не было еще идеи, но мы точно знали, что мы именно эту музыку хотим катать, потому что это, наверное, последняя возможность ее откатать. Это финал. И это все. И спасибо вам огромное за то, что вы даете нам возможность испытывать такие детские, по-настоящему хорошие эмоции. Страну с Новым годом! Поздравляем! Знаете, дорогая страна, я знаю, что наступает достаточно сложный год, год тигра, и обещают, что он будет полосатым, как наша жизнь. Вот мне хочется вам пожелать, чтобы в вашей, в следующем году, по крайней мере, были только желтые солнечные полоски, и чтобы вот эти вот какие-то невзгоды, наверное, не отвлекали вас от того счастья, которое у вас есть. Вы здоровы, у вас рядом близкие люди. Пожалуйста, говорите им, что вы их любите. Ромчик. Ну, всех с наступающим Новым годом, конечно же, хотелось пожелать только положительных эмоций в Новом году, быть здоровыми, счастливыми и не болеть. Договорились. Спасибо. Спасибо.